Добрий вечір усім, хто дивиться телеканал АТР, як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні, в інших країнах світу, де живуть українці, Кремли або інші люди, які нас підтримують у цій війні. Сьогодні не зовсім звичайний буде АТР прямий у програмі Prime, бо я запросив людину, про яку ви, ну, напевно, не знаєте ніхто, але це важливо. Важливо чому? Коли ми говоримо про те, що має бути на місці сучасного Російського рейха, ну, я не знаю, може там, ну, якісь дурні люди щось мріють про якусь там прекрасну Росію майбутнього, а нормальні кажуть про те, що всі народи Російської імперії мають зрештою отримати або взяти собі незалежність. І в так званій Росії є народи, ну, які немалі, які мають свою історію, які мають свою територію, свої природні ресурси, своє бачення з майбутнього, свою мову. Але з цим усім є питання, є проблеми через монкуртизацію, через дії Російської імперії, в даному випадку Руського рейха, який намагається позбавити народи поневолені в різний спосіб, в різні часи, позбавити їх національної, мовної, політичної ідентичності. І людина, з якою ми зараз будемо розмовляти, яка знаходиться у вигнанні, у Вільнюсі, в Литовській Республіці, є керівником комітету Башкирського національного руху за кордоном, башкирським дисидентом. Його звати Руслан Габасов. Селям алейкум, пане Руслане. Уалейкум ассалам, Айдер. Очень рад видеть. Приємно бачити, да, ми так трохи поспілкувалися попередньо, щоб ви розуміли і розуміли, ми на ти перейшли одразу. Я думаю, що ви зрозумієте нашого гостя не гірше за мене. Я перейду на трофейну мову, бо Руслан українською поки що не знаю, хоча я всім рекомендую вивчати українську. Це не так важко, як здається. Я ось вивчу більш-менш, хоча жодного уроку там спеціально не брав. Перехожу на трофейную мову. И первый главный вопрос, конечно, мы видим, что мы, конечно, не видим, что происходит внутри России. Есть какие-то иллюзии отдельных людей, есть даже иллюзии некоторых организаций, есть разная информация. Но главное, что мы видим сейчас, вот просто я скажу тебе, Руслан, как вот, ну, как украинский гражданин, который живет в этой войне и видит, что происходит, кто к нам приходит. К сожалению, среди тех, кто приходит нас убивать, убивать за деньги, а то еще и с фанатизмом, мучить, пытать, уничтожать и так далее, есть не только, далеко не только русские, ну, условно, я не считаю их этносом, не только русские имена, этнические совершенно разные люди, но в том числе и народы, от которых, ну, в общем-то, которым украинцы, в общем-то, и не в общем-то, а вообще никогда ничего плохого не делали. И которые в наших вот глазах, ну, по крайней мере, до полномасштабного вторжения, были нашими там сторонниками, ну, по крайней мере, идейно, да, что они против России, против империи и так далее. Но, как показывает жизнь, и представители башкирского народа, который ты представляешь, и татарского народа, к вашего соседа, вы друг в друге живете там тоже частично, там на территории один другого, много, слишком много людей нерусского происхождения, мусульман, тюрков, которые идут убивать сюда, в том числе и украинцев, и мусульман, и тюрков, и всех, кто воюет за Украину. Долгое вступление, но я думаю, что оно необходимо. Руслан, расскажи, пожалуйста, вот как ситуация тебе видится изнутри. Именно с этой самой острой темы я предлагаю начать. Что происходит? Спасибо, Айдер, что пригласил на свою программу. Да, к сожалению, я всегда был против этой войны, всегда выступал, всегда пытаюсь объяснить, и до сих пор выступаю и пытаюсь объяснить, и сам себе пытаюсь объяснить, почему башкиры, которые живут там за несколько тысяч километров от Украины, которым украинцы вообще ничего не сделали, и навряд ли бы когда-либо сделали что-то плохое, почему они едут в Украину убивать украинцев. Тут объяснений вроде бы как бы и не могу себе найти, и в то же время есть определенные объяснения, почему это происходит. Конечно, в первую очередь это пропаганда. Пропаганда, которая
уже много-много веков вбивается в наши головы. Хоть мы и много веков поднимали сами восстания и намучились от этой империи, и у нас и голодомор был, и репрессии, и геноциды, чего только не перетерпели сами башкиры. Однако есть вот такое в душе, что ли, в крови у башкир, что вот не у всех, конечно, да, сразу говорю, что вот если Москва позовет на войну, то надо идти. То есть, да, не посрамить башкирский как бы дух. Вот, потому что когда-то башкиры входили частично входили в состав этого московского государства на условиях, что то есть, мы сохраняем полное самоуправление, сохраняем свою религию, свою землю. В ответ мы обязуемся участвовать в войнах России, ну и также охранять южные рубежи. То есть потом, конечно же, эти договоры все были попраны, но у башкир как бы вот такое немножко осталось. Но это у ватных башкир. Я делю башкир, кстати, на... Башкир – это вообще русское название. Мы сами себя называем башкорты. А еще есть такое понятие башкирцы. Вот я называю, как раз всегда башкирцами называли тех людей, которые верой и правдой служат Москве, которые готовы там и свой народ, скажем так, гнобить, да, и там выступать за империю, за целостность государства и так далее. А башкорты настоящие, они всегда боролись за независимость, против империи, и искали любую возможность, чтобы объявить о независимости, освободиться. Вот. Поэтому сейчас что происходит? Вот в первую очередь пропаганда. Не все, конечно. Вот и даже вот у нас очень много достаточно батальонов национальных, которые сейчас от Башкортостана воюют, но там далеко не все башкиры. И если там будет 30%, это будет хорошо. Потому что, во-первых, самих башкир в Республике Башкортостан 30% только. 31% проживает. И среди, соответственно, если даже брать такую пропорцию, то во всех национальных батальонах, так называемых, башкир тоже максимум 30%. И то, я думаю, что намного меньше. Все-таки идеологическая работа со стороны национального движения, она всегда была, всегда есть. И мы стараемся как бы доносить до башкир, что мы не русские, что русский мир, за который вот сейчас воюет, да, вот эта вот империя, он нам вообще чужд, что мы, башкиры, никогда не были русскими, никогда не станем русскими. Это вообще как бы совершенно разные от нас народы и по культуре, и по традициям, и по религии, и даже по внешнему образу. То есть, да, мы вообще отличаемся. И мы никогда не станем своими для них, как бы мы, сколько бы мы кровь не проливали. Я думаю, что это нашим убеждением доходит до основной массы. Вот. Поэтому те, которые ватные были, они в самом начале войны, если поехали, то практически они там все погибли. Сейчас остались тех, которых не отпускают, которые, возможно, как-то приспособились. И еще есть определенная часть населения, которая едет. Это люди едут, так, как бы правильно сказать тогда, что люди едут зарабатывать деньги. То есть вот Республика Башкортостан считается богатой республикой. В свое время это был регион-донор, который обеспечивал не только себя, но и Москву. У нас нефтеносный регион, газ, золото, все есть, вся таблица Менделеева в Уральских горах. Однако именно вот за Урале, где живет компактно башкиры, оно всегда нищее было. То есть его специально содержали так, за ним не смотрели, дорог никогда не было, чтобы именно башкирское население среди всего населения Республики Башкортостан было самое бедное. И у нас очень много вахтовиков, которые ездят на север зарабатывать. И вот сейчас, когда появилась возможность, да, вот еще плюс агитация там, что вы поедете туда, там, в Украину, но вы не будете участвовать в войне, вы будете где-то на третьей линии, там, якобы, и там обещают сразу же за раз там, по 400 тысяч, ну, это если перевести сразу 4 тысячи евро, да, то есть, то люди едут. Люди едут и не понимают того, что с ними может уже на следующий день может их привезти либо там в черном пакете, либо приедет самовар, да, то есть, так называемый, без рук, без ног. Людей это не останавливает, и люди на своем собственном опыте потом испытывают, насколько это проблема. Очень много сейчас отказников, которые не хотят назад уже ехать в Украину. Очень много уголовных дел у нас сейчас открылось на тех, кто не хочет ехать обратно. В общем, вот такая ситуация.
Но надо сразу сказать, что Республика Башкортостан занимает третье стабильное место по числу погибших среди всех регионов России. Но это называется утилизация малых, меньших народов. Башкир нельзя называть малым народом, но да, да, да. Да, есть логика в этом, есть утилизация действительно, потому что как бы наибольший процент берется с национальных республик. Ну, плюс я еще скажу так, что и в самой республике, наверное, идет тоже самоочищение. Самоочищение ватного населения. Надо говорить объективно, прямо. Ну, это, конечно, так идет, но для нас, Руслан, это не легче. Они же все равно приходят убивать, и мы к ним сантиментов не испытываем никаких, да? Ну, и как ты. Я все думаю, понимаю, тоже, да. Да. Но расскажи теперь, пожалуйста, свою историю. Как тебя преследует Россия? За что тебя преследует Россия? Почему ты в Литве? Что творят со своими родственниками, там, с друзьями, знакомыми? Осталось ли, ну, через призму твоей жизни, там, остались ли там люди, они на легальном положении, нелегально, тоже в изгнании, которые выступают за независимый Башкортостан? То есть те самые башкорты, которые не забыли, кто они, не хотят забывать свой язык, не хотят забывать, что они не русские. Я вообще в национальном движении, в башкирском национальном движении уже почти 15 лет. Начинал я в такую организацию, у нас была такая националистическая. Я сам башкирский националист. И как бы я всегда прямо это говорил и всем говорю. И начинал я в такой организации, башкирская национальная организация Кукбуре, переводится как «Небесный волк». «Небесный волк» — это националистическая башкирская организация, которая защищала права и интересы башкирского народа. Мы проводили там различные акции, там, защиту суверенитета, защиту языка, защиту федерализма и так далее. Потом у нас произошел раскол, мы вышли, то есть я там еще со мной несколько наших соратников вышли из этой организации, создали свою организацию «Башкорт». Так и называется, ну, самоназвание нашего народа «Башкорт». Эта организация создалась в 2014 году, и до 2020 года она очень успешно и активно развивалась, действовала. У нас было 18 филиалов по всей республике. И даже за пределами было в несколько тысяч членов. В одной только официальной нашей группе ВКонтакте было 60 тысяч подписчиков. Ну, очень, мы также проводили митинги различные, акции в защиту и башкирского языка, в защиту самих башкир, суверенитета, федерализма и так далее тоже. В 2018 году пришел Хабиров, Ради Хабиров, сегодняшний глава Республики Башкортостан. И в 2020-м он сразу, когда пришел, он сказал на эхе Москвы в прямом эфире, что он к нам будет беспощаден. Потому что, когда он пришел, ему поставили задачу в Москве, две задачи. Первая задача – это покончить с башкирским национальным движением, с башкирскими националистами и обеспечить сырьем завод СОДА. Вот. И, то есть… Первым делом, что он сделал, он запретил нашу организацию. Запретил в 2020 году, организацию признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории Российской Федерации. С тех пор начались преследования, на некоторых людей были заведены уголовные дела. Я в этой организации занимал должность первого заместителя председателя, отвечал за идеологию, ко мне было повышено внимание. Ну и в 2021 году я уехал с семьей из России, потому что мне сказали, что уже в самое ближайшее время на меня заведут уголовное дело. Ну, скажем, подсказали так знакомые. Пришлось уехать. На сегодняшний момент, вот сейчас идет уголовное преследование, открыто уголовное дело на бывшего председателя организации «Башкорт» Фаиля Алсынов, такой, один из лидеров национального движения. Вообще, при Ради Хабирове началось действительно гонение именно на башкирское национальное движение, вообще на всю оппозицию, но в частности на башкирское национальное движение. При нем посадили, то есть организацию «Башкор» запретили, при нем посадили такого известного нашего башкирского национального политического деятеля, как Айрата Дильмухаметова. Ему дали 9 лет срока. Он был личный враг Ради Хабирова. Или точнее, Айрата Дильмухаметова был личный враг Хабирова, да? Ну вот, его посадили на 9 лет, потом у нас посадили такую активистку национальную Рамилю Саитову, дали 3 года, она отсидела, вышла, и через полгода ее снова посадили. Сейчас она под следствием,
И вот ей на последнее заседание запросили 5 лет сроку. Вот сейчас Фаиля Алсынова судит. Первое судебное заседание будет вот завтра. Лилию Чанышеву, то есть это навальнистка, да, то есть ее посадили. Ну, в общем, преследования достаточно жесткие начались. И вот мне пришлось уехать. Пока я нахожусь, то есть я здесь не сидел просто так, развернул в Литве политическую деятельность. Мне Литва предоставила политическое убежище практически очень быстро, за 4 месяца, за 4,5 месяца. Я приехал еще до войны. Когда началась война, я уже понял, что нам... Когда мы были в России, когда жили в Республике Башкортостан, мы никогда не ставили открыто, не говорили о том, что Республика Башкортостан должна стать независимым государством. Мы как-то надеялись на то, что, возможно, там нужна федерализм, нужен федерализм какой-то расширенный, с большими полномочиями. О независимости речи не шло. Но когда началась война, уже здесь, будучи в Литве, я понял, что вот с этим государством нам уже больше никогда не по пути. И открывается окно возможностей, когда действительно мы можем стать независимым государством. И я уже открыто начал пропагандировать идею о независимости Башкортостана. Мы разработали проект будущего независимого Башкортостана, то есть расписали полностью там экономическое, то есть юридические, и какие права будут у всех. В принципе, этот проект зашел очень хорошо в массы Республики Башкортостан. Поэтому, ну и на меня, соответственно, здесь уже, будучи здесь, на меня завели массу уголовных дел. Сейчас, по-моему, 3 уголовных дела на меня объявили, меня включили в перечень террористов, экстремистов, дали статус иностранного агента. Ну, в общем, целый букет. И, соответственно, конечно же, власти... Моя деятельность властям, она стоит как поперек горла. Против меня идет прям активная такая борьба. Например, снесли 2 канала моих, телеграм-канала. Это тот самый из Башкорт и Башнацполит. То есть 2 канала. Плюс еще помимо них еще заблокировали еще 4 канала. У нашего главы республики Ради Хабирова, я его называю Гауляйтер, премьер-министром, так на законе называемый Андрей Назаров. В прошлом он был осужден за изнасилование башкирки. И вот этот человек сумел добиться через связи, через богатство, он достаточно успешный бизнесмен, пост премьер-министра Республики Башкортостан, председатель правительства занимает. Очень богатый человек. У него есть своя бота-ферма, через которую он там через вот этих ботов восхваляет правительство Республики Башкортостан и мочит, как говорится, да, оппозицию. И вот через эти ботофермы были массовые жалобы на наши телеграм-каналы, на башкирские оппозиционные телеграм-каналы, и 6 каналов было заблокировано. И вот буквально 2 недели назад, 23 ноября, посадили моего брата. Пришли утром к нему, это мой сводный брат, человек, который никогда не занимался политической деятельностью, нигде ни в чем не участвовал, он вообще далек от моей деятельности, от моей жизни. Ну, как мы с ним общались, как братья. У него своя семья, он живет в деревне, 3 маленьких детей, старшему 10 лет, младшей дочке 1 год, среднему 4 года. Вот человек просто семьянин, работает в селе. И вот его утром пришли ФСБшники, 10 человек, провели обыск в доме, забрали его со словами «будешь сидеть за брата». Увезли в Уфу, в здание ФСБ. Уже вечером оттуда от него пришло СМС о том, что меня переводят в СИЗО номер 1 города Уфы, и если Руслан приедет, меня отпустят. Если не приедет, я буду сидеть, меня посадят. Вот с такими словами. Сейчас ему предъявили обвинение по очень тяжелой статье «терроризм», только за переписку со мной. И сейчас ему грозит от 7 до 15 лет. На данный момент вот прошло судебное заседание о мере пресечения. Сейчас он сидит в одиночной камере. То есть как политический деятель его в общую камеру не сажают. Вот такая ситуация на сегодняшний момент. Ну, тут не позавидуешь, конечно, ни тебе, ни брату. Но
Нам ситуация знакома. Все зрители этого канала знают про сотни крымских татар, которые сидят точно так же, и которых даже увезли в Россию, что запрещено всеми конвенциями и так далее. Но будем бороться как можем, вот, будем говорить хотя бы об этом, и подписывайтесь на каналы, которые ведет Руслан. Все-таки что-то восстановилось там. Ну, в общем, Руслан, да. Габасов забейте, да, и найдете. Ну, вот. Смотри, там еще такой вопрос интересный. Я просто последний раз слышал словосочетание националист относительно тюркских народов так называемой России из уст, я прошу прощения, Ментимера Шаймиева, у которого я в каком-то там лохматом году, еще вообще там до начала 2000-х, брал интервью в Казани. И он сказал мне в интервью: я не скрываю, я татарский националист. Я развиваю татарскую тут культуру, потому что русской культуры и так везде полно. Он не стеснялся. Я не знаю, как ты к нему относишься, и я к нему, понятно, что отношусь. Все равно это человек из власти, как бы, все равно это, ну, как бы. Но меня удивило то, что он говорил это, и он носил еще титул президента Татарстана и так далее. Два вопроса в одном. Взаимоотношения татар казанских и башкира. Насколько это близкие народы, или там башкиры ближе к казахам, например, их ощущаете себе, я не знаю. Вот. И второе, это что изменилось с тех времен, когда президент, пусть и зависимого Татарстана, мог себе позволить сказать: я татарский националист. Сразу хочу определиться по термину националист. Что в моем понимании националист? Нет, у нас человек... в Украине это не ругательство, поэтому можешь не оправдываться. Да. Нет, как бы просто многие не понимают, да, то есть я вот пытаюсь объяснить, что в моем понимании националист — это человек, который любит свою культуру, свой народ, свою традицию, свой язык. Он не принижает другие народы, но и не даст унизить свой народ, соответственно. Вот, в принципе, коротко, да, это как я вашу маму уважаю, да, но свою маму я люблю больше. Все, вот, ну, как бы вот коротко так. Теперь по поводу взаимоотношения. Башкиры и татар. Татары для нас – это самый близкий, близкородственный народ. Мы с ними общаемся, мы на башкирском, а татар на татарском языке, и мы прекрасно понимаем друг друга без переводчика. Наши языки на 97% схожи. Мы можем вообще разговаривать, вообще нам не нужен переводчик. И если вот даже вот некоторые башкирские националисты предлагали такой вариант, вот, когда в 17 году отменили обязательное изучение вообще государственных языков национальных республик, и башкирского, и татарского в том числе, башкирские националисты предлагали такой вариант, что разговаривать между собой на своих языках, исключая русских. И, соответственно, от Урала и до Волги вот эта единая среда может быть языковая, которая может полностью игнорировать русских. А нас много. Татар практически там, да. В Башкортостане татар живет 1 000 000 с лишним, а в самом Татарстане 2 с лишним миллиона. То есть и нас, башкир, почти 1,5 миллиона. Вот эта вот масса людей, она может общаться без русского языка от Урала и до Поволжья. То есть мы можем в магазинах, в автобусах, везде игнорировать их полностью. Но, к сожалению, почему-то не пошло. Тоже сказывается, наверное, и вот эта вот ассимиляция и так далее. Это по поводу теперь, вот я говорю, это народ для нас один из самых близкородственных, самый близкородственный в России. Казахи тоже нам, для нас очень близкородственный народ, но уже за пределами России. Это как, вот знаете, вот есть двоюродный брат со стороны отца, двоюродный брат со стороны мамы. Это вот казахи и татары для башкир, вот так вот. Есть, конечно же, свои конфликты. Мы не можем поделить общую культуру, мы не можем поделить общую историю, мы не можем поделить национальных каких-то героев, исторических личностей. Все тянут в свою сторону. Но это вот есть такое, да, вот у всех близкородственных народов, конечно же. И умело Москва вбивает клинья между нами. Умело вбивает клинья, вот стараясь нас разобщать, стараясь нас... Вот, особенно при Хабирове это очень сильно вообще сказывается. Хабиров, он такой прям проводник московской политики. Он даже когда пришел в Республику Башкортостан, он сказал, что я пришел сюда оправдать доверие Путина.
Хотя нормальный человек, да, нормальный глава республики, если он считает себя главой республики, он скажет, я пришел оправдать доверие жителей республики Башкортостан. Ну, вообще жители же, правильно же так, по идее. А этот говорит, я пришел оправдать доверие Путина, потому что Путин его назначил. Ну, гауляйтер. Так вот, при нем вообще началось вот это вот такое вбивание клина с татарами. Отношения очень сильно ухудшились. Когда мы, организация «Башкорт» была, вот... Мы очень хорошо контактировали с татарами. Мы приезжали к ним на Хатыр-Куне. Это день скорби, да, день памяти. День, когда взяли Казань. Они к нам приезжали, как бы, ну, нормально. О, день, когда взяли Казань, это день, когда родилось слово «кацап» в плане «мясник». Правильно я все помню? Там резню же устроили. Ну, возможно. Да. Возможно. Это такой первый массовый геноцид. Конечно, геноцид. Да, конечно, да. Они там вырезали практически все это население города Казани. Вот, поэтому вот, и даже сам Дугин, вот этот Дугин, идеолог вот этого русского мира, у него в своей вот этой знаменитой программе «Геополитика там, России» прямо написано, что нужно максимально стравливать два близкородственных народа, башкир и татар, и не давать им объединяться. Ну, логично. Потому что мы находимся, во-первых, мы два мусульманских народа, мы два тюркских народа, мы два одни из крупнейших народов. Татары занимают третье место, мы четвертое место по численности в России. Мы два мусульманских народа, еще раз говорю, да, мы находимся в центре России. То есть, если мы вспыхнем, то Россия просто расколется. Плюс еще рядом чуваши, которые тоже самые тюрки, их тоже миллион. И плюс еще там три национальные республики, да, вот которые в Поволжье находятся. Поэтому, еще раз говорю, умело стравливать, но в то же время мы, вот скажем, такие здравые, наиболее, скажем, нормальные националисты из татар, из башкир, мы прекрасно понимаем, что нам делить нечего, что у нас враг один – это Москва. И когда нам говорят, что вот идет в Башкортостане башкиризация татар, в Татарстане татаризация башкир. На самом деле ни башкирские дети, ни татарские дети не разговаривают. Башкирские дети не разговаривают на татарском языке. Татарские дети не разговаривают на башкирском языке. А все они разговаривают на русском языке. Идет усиленная ассимиляция народов. Поэтому враг один. И мы также прекрасно понимаем, что независимость... Татарстана не может быть без независимости Башкортостана, как и независимость Башкортостана не может быть без независимости Татарстана. Мы в одной упряжке и освобождаться должны быть вместе. По поводу того же, что вот, отвечая на второй вопрос, изменилась ли ситуация? Конечно, изменилась со времен Ментимира Шаймиева. У нас был тогда Муртаза Рахимов, такой тоже достаточно башкирский националист, считался. Он умер, вот, кстати, в этом году. В начале этого года умер Бабай, башкирский Бабай, так называемый. Но тоже человек вроде бы как установил авторитарный режим в нашей республике, поддерживал вроде бы и башкирское национальное движение, только то, которое было лояльно ему. Поддерживал людей, которые, скажем так, старались угодить ему. Те, кто говорил слова против или там говорил поперек, он практически этих уничтожал людей. Поэтому он установил такой очень лояльный к себе авторитарный режим. И когда его сносили в 2010 году, а, кстати, сносил, участвовал в операции по смещению Муртазы Рахимова, руководил Гиркин Целюков. Приезжал в Москву, в Уфу, да, приезжал спецподразделение «Альфа», в центре Уфы оно было расположено на случай волнений. В Заурале, где компактно проживают башкиры, было заведено два мотострелковых полка на случай волнений. Но... Вот именно потому, что Муртаза Рахимов уничтожил практически башкирское национальное движение, которое было независимое, то и, в принципе, подниматься и некому было. К тому же его сумели убедить уйти, скажем так, самому, чтобы он уговорил парламент принять нового, скажем, ну, я думаю, там небольшой секрет, там вопрос денег был. Они же все, и шаймиевская семья сидела на ресурсах, и рахимовская. Понятно, что они националисты, но про свой карман, безусловно, в первую очередь. Да, абсолютно верно. Скажи, пожалуйста, вот
Примерно мне понятна ситуация с языком, там, и с вот этими сериалами «Слово пацана», которые там тоже монгурдизируют этих детей, которые и так, родители у них, наверное, тоже убиты там зомбоящиком по голове и так далее. Ситуация на самом деле плохая. Вот, и с зомбированием, и с монгурдизацией. Таких людей, как ты, с кристальными такими мыслями про независимый Башкортостан и Татарстан не так уж и много, да? И у вас нет таких, там, каких-то, я не знаю, звезд, которые, ну, например, я не слышал никогда, чтобы Земфира что-то говорила про Татарстан или там про хотя бы Земфира какая-то, я не знаю кто, да. То есть вы варите себе, и вас русские там доваривают на медленном там, или уже немедленном огне, чтобы разварить окончательно, превратить вот в холодец с хреном и под водку выпить и закусить вами, да, окончательно. Ну и попутно еще, значит, утилизировать часть, значит, наиболее на такого, ну, неумного населения, да, но как на этом фоне ты и твои соратники, и люди, которые, может быть, не проявляют себя, но читают то, что ты пишешь, как вы видите будущее развала России? То есть, ну, понятно, что, во-первых, первое условие развала России – это победа Украины. Тут как бы без независимой Украины не существует независимого, не гипотетически даже, Татарстана, Башкортостана, ничего за горизонтом нет, вот. Но вот, значит, Российская империя, скажем, рушится, рейх рушится. Что дальше? У вас русского населения много, оно ватное, оно вас, я думаю, что в большинстве своем презирает, ну, как нацменов, там, узкоглазых, как они называют, людей обычно, хозяев в домах, где куда они подселяются, да? Вот, что делать с ними, как Конституция, по твоему мнению, должна быть устроена, какие должны быть референдумы, потому что Запад, как всегда, будет против выхода из состава, даже разваленной российской, так называемой, федерации. Мне просто в стране, где ты сейчас живешь, человек, который, ну, фактически, на мой взгляд, развалил СССР, Вито Отос Ландсберг, старший, он сказал, мне звонили, сидим из Бабченко, спрашиваем у него, он, я говорю, господин профессор, ну как это все тут было? Он говорит, мне звонили из Америки и сказали, делайте что хотите, валюту свою вводите, но только не выходите, не разваливайте нам Советский Союз. И что вы им сказали, профессор? Профессор сказал так, наклонился, сказал, я послал их на. И подмигнул вот так, да? Вот, вот что будет происходить, и Запад, и мировое сообщество потребуют каких-то референдумов, то есть национальный голос должен быть услышан, для этого должны быть проведены какие-то выборы, референдумы, должны быть, а какие права у вот этих колонизаторов, а как с ними быть? Вот в Литве, Латвии даже по-разному этот вопрос решили, да? Вот, что у вас в голове на эту тему? Я считаю, что кто как бы не были против, и Запад, и вообще весь мир, там Москва, там, да, как бы на дыбы не вставала, есть исторический ход событий, который невозможно остановить. И как бы Запад, та же самая Америка, не была против развала СССР, однако это СССРу не помогло, СССР развалился. То же самое произошло и с Российской империей. И всегда прошу заметить, что все вот это и Российская империя, и Советский Союз разваливались по национальному признаку. И то же самое будет и с Россией. Она развалится, как бы это ее не старались сохранить. Это вот как человек, который болен раком четвертой степени. Какие бы ему там супертаблетки бы не пихали, все равно он умрет. Он просто уже разлагается. Да? Теперь по поводу нас. Конечно же, попытается нас оставить. Москва и вся либеральная оппозиция, так называемая, попытается нас оставить в составе России, но, во-первых, они уже сейчас говорят о том, что мы готовы отпустить Чечню, Тыву, которые как бы так и не смогли интегрироваться в российское сообщество, они для них чужие, они чувствуют в них опасность, Ингушетия, также Дагестан, и они готовы их отпустить, и они с радостью бы отпустили их, потому что это депрессивные регионы для Москвы. То есть они постоянно выделяют очень много денег туда, да, в эти национальные республики. И они бы с удовольствием от них избавились бы. Но я говорю им, как вы будете тогда объяснять нам, башкирам, татарам, вот вы отпустили Чечню, вы отпустили Тыву, Ингушетию, Дагестан. Как вы, почему тогда нас невозможно отпустить? Как вы нам это объясните? То есть одним можно, другим нет? Попытаетесь нас задавить силы, что ли? Но тогда весь Запад увидит, да, на самом деле, ваше лицо, очередной либералов, хотя вроде бы вы называете себя либералами, да? Это первый вариант. Ну и второй вариант, что
даже если представим, что пройдет по, скажем так, как это предлагает Пономарев, да, или как предлагает там Ходорковский, что должны проводиться референдумы. Ходорковский, если ты помнишь, Ходорковский, извини, что я тебя перебил, первые, вот он вышел на волю, вдохнул пьянящего воздуха свободы. Первое, что он выдохнул, это я тоже пойду воевать в Кавказ, в Чечню. Да. То есть вот, знаешь, да. Сумасшедший, что возьмешь. Вот 10 лет в тюрьме, никаких изменений в мозговой деятельности. Да. Вот, и они, когда предлагают нам проводить референдумы, мы им говорим, что, ну, во-первых, референдум. Как, с кем проводить? С ватным населением? А вы, когда создавали Россию, вы проводили референдум? Нет, не проводили. Соответственно, никакие референдумы мы не будем проводить. К тому же, референдум мы свой провели в 91 году о суверенитете Республики Башкортостан. Большинство населения проголосовало за суверенитет. Это, и мы будем опираться на тот референдум, если на то пошло, если вам нужны референдумы, так называемые. Во-вторых, русское население практически все поголовно против независимости Башкортостана. Какая-то очень маленькая часть, возможно, там 10% есть русских, которые прекрасно понимают, что независимый Башкортостан будет жить лучше, чем вся Российская Федерация, и находясь в ней. Но это только 10%. Основное население – это имперское мыслящее население. Но их всего 36% русских. Башкир и татар – более 50%. То есть нас больше. Татары, конечно же, нас, я уверен, поддержат, башкир. Потому что, еще раз говорю, Татарстану у самих в Татарстане будут проблемы и с этим русским населением, которых там практически 50%. Им тоже нужна будет независимость, им тоже нужна будет поддержка наша. Поэтому, я думаю, с этим вопрос мы все-таки решим. Теперь, как мы собираемся уживаться внутри? Поэтому в нашем проекте мы предлагаем такое, как башкирская политическая нация. Мы предлагаем построить из жителей Республики Башкортостан, из ее граждан, политическую нацию, из тех людей, которые собираются связывать свою жизнь с Башкортостаном, с ее будущим, с будущим ее детей, своих детей. Но для этого они, каждый житель Башкортостана, каждый гражданин Башкортостана должен принести присягу на верность Конституции Республики Башкортостан. Если человек приносит присягу, он становится членом политической нации и обладает всеми правами на территории Республики Башкортостан. Если человек против, он, в принципе, может продолжать жить в Республике Башкортостан, пользоваться всеми ее там, правами, социальными благами, кроме у него не будет доступа к участию в политической жизни. Он не сможет избираться, не сможет выбирать кого-либо. Плюс на него не будет распространяться базовый доход, национальный базовый доход. Пожалуйста, вот такой вариант мы предлагаем. Потому что мы не собираемся устраивать ни геноцид, ни там, депортации народов. Хотя мы прекрасно понимаем, что все русское население в Республике Башкортостан – это колонизаторы. Колонизаторы, которые со временем до такой степени понаехали, что их стало больше, чем коренное население Республики Башкортостан. И сейчас они, можно сказать, диктуют нам. Установили свои порядки, установили свой язык, который давлеет, хотя вроде бы в Республике Башкортостан два государственных языка, в том числе и наш башкирский язык, но он снисведен до уровня плинтуса, и им пользуются в глухих деревнях только. Поэтому в нашем проекте в Республике Башкортостан будет один государственный язык, башкирский язык, но мы понимаем прекрасно, как я сказал, что из-за того, что башкирский язык очень сейчас слабый, и все практически, делопроизводство, юридическое, там, медицинская документация, все политическое, все, даже архитекторы те же самые, да, то есть инженеры, вся документация ведется на русском языке. И для того, чтобы нам вырастить целое поколение, которое будет знать хорошо язык и всю эту документацию перевести на башкирский язык, нам нужно лет 30. Поэтому в течение 30 лет русский язык будет обладать статусом официального языка межнационального значения. На 30 лет. Через 30 лет этот статус у него пропадет. За 30 лет, я думаю, что мы вырастим целое поколение башкироязычных молодых людей,
который дальше продолжит наше дело. План хороший, немного романтичный, поскольку без крови вряд ли они вас отпустят. Вот это мы по примеру Украины видим, но не исключено, что после того, что они тут получат, может быть, все будет и по-другому. Да? Возможно. Но мы готовы и к крови, конечно же. Мы просто прекрасно понимаем, что это та возможность, тот единственный шанс, который нам выпадает в таком промежутке, да, во временном отрезке. И мы прекрасно знаем, что, возможно, вообще, вот, если 100 лет назад все 100% башкир знали свой родной язык, то сегодня 30% башкир не считают башкирский язык своим родным языком. 30% уже. И так как идет усиленная глобализация, и она очень ускоряется в современном мире, то, возможно, нам осталось лет 60, может, 50, и через 50 лет нам, в течение этих 50 лет, представим, что мы остались в составе этой России, как бы она ни называлась потом, возможно, через 50 лет у нас, в течение 50 лет и не будет у нас возможности объявить о своей независимости или какая-то, чтобы открылось окно возможностей. Но никто не дает гарантии, что сейчас они нам пообещают там, да, оставайтесь в России, мы вам дадим все полномочия, там, как они говорили, берите суверенитет, сколько сможете проглотить, как говорил Ельцин. Но кто дает гарантии, что через 10 лет не придет Путин 2? И вновь у нас... У вас есть такая поговорка: не опирайся на воду, не верь русскому? У нас есть поговорка: урод менен вилешкенде артында балта топтор. То есть переводится как: когда разговариваешь с русским, за спиной держи топор. Да, я понял, да. Но у нас это звучит так: если твой сосед русский, держи топор под подушкой. И еще одна пословица есть: не сажай во дворе березу, придет русский и скажет, что это его земля. Это вот три крымских поговорки таких базовых. Так что я думаю, что все-таки мы попытаемся ужиться. Мы, в принципе, народ достаточно миролюбивый, когда нас не трогают. Попытаемся ужиться. Я думаю, что те люди, которые захотят жить, они будут с нами жить. Те, которые не захотят, они либо сами уедут. Россия за пределами Башкортостана большая. Либо придется прощаться с такими людьми. На твой взгляд, сколько у тебя сторонников там? Я думаю, что достаточно много. Если вот я говорю, если еще 2 года назад о независимости вообще практически не говорили ни в самой республике, ни мы сами между собой практически не говорили о независимости, то сейчас в результате нашей пропаганды, в результате наших действий, в результате наших объяснений о том, что независимость – это действительно благо для республики Башкортостан, для башкирского народа, мы на примерах показываем, сколько из нас выкачивает Москва, как мы теряем свою численность населения, а у нас идет на убыль населения, да, башкир. И у наших сторонников начало прибавляться все больше и больше. По крайней мере, это можно понять по нашему проекту, про который я говорю. Мы этот проект очень так широко распространили среди населения Республики Башкортостан, среди башкирского населения. И этот проект не встретил, скажем, возражений, особенно от башкирской национальной элиты, от аксакалов. И он встретил возражения только среди русских. Вот. Поэтому я думаю, что среди башкир практически, наверное, около 70-80% поддерживает независимость Башкортостана. Просто многие вынуждены молчать, потому что это очень опасно. Смотри, вот сейчас на самом деле все зависит от Украины, да? Какую пропаганду против войны с Украиной вы ведете среди башкирского населения? Изменилось ли отношение вот это «пойду заработаю денег», бодрое вот это, значит, убивая украинцев, на что-то другое там, но видя на то, что действительно русские в первую очередь любят кидать нацменов, как они называют, да, вперед себя гнать, да?
Вот. И поддерживаете ли вы связь, как вы поддерживаете? Я слышал просто и видел даже интервью башкорты, которые воюют, по-моему, в составе батальона «Сибирь», если мне память не изменяет, или «Урал» он называется, не помню. Но есть какое-то количество людей башкиров. Кстати, есть и в украинской армии, есть и Эрзя, лидер Эрзя, офицер украинской армии. Например, наверное, ты знаешь его, да? Это, да, я знаю. Срезь Бэлень, да? Вот, вот вы, башкиры, и война, в которой вы, естественно, тут, ну, вы лично точно на стороне Украины. А что, что вы делаете для того, чтобы помочь Украине победить? Сейчас, во-первых, мы не обладаем той силой, что ли, да, вот как, которая есть у тех же самых московских либералов. То есть, да, и связями, и деньгами, и огромной поддержкой Запада и так далее. Мы, скажем так, вот на свои скромные силы вкладываем все, какие можем. Да. Самое главное, я считаю, здесь это объяснение и донесение до мозгов башкир о том, что это не наша война. Это не наша война, нам там нечего делать. И когда башкир идет воевать, это вообще глупо выглядит, когда башкир едет воевать за русский мир в Украину. То есть, да, ну, вообще это три таких вот разнополагающих действия. И мы пытаемся донести, что погибая за русский мир, официально это как бы доктрина, да, этой войны, воевать за русский мир, этот русский мир уничтожает в это время, в это же время прям уничтожает башкир в Башкортостане. Он уничтожает башкирский язык. Допустим, у нас в Уфе есть археологическое место, где раньше стоял город Башкорт, древний город. Сейчас это место начинают сносить бульдозерами и хотят на место него поставить православный храм. Вот до такой степени наглость. И только вот массовый выход жителей республики, башкир в основном, да, остановил эту стройку. Вот это мы все пытаемся доносить им, что вас самих здесь уничтожают, нас становится все меньше и меньше, лидеров сажают, оппозицию разгромили практически, все национальное движение замучили и загнали в подполье. Самих башкир не осталось, а вы едете там, да, умирать, как и Иваны непомнящие. Это главная пропаганда. Ну и плюс, конечно же, у нас есть свои ячейки на сегодняшний момент в самой республике Башкортостан. Мы сейчас, как бы, конечно, меньше, но в свое время проводили очень много различных актов прямого действия. И выводили из строя там и военкоматы, и политические офисы политических партий, и различные объекты, инфраструктуры. В общем, стараемся как можем. И листовки расклеиваем, да, то есть показываем всем, что вот мы есть. Мы есть здесь, за рубежом, мы есть там, в республике, и что мы будем ждать часа X, как я называю его, час X, который рано или поздно настанет. Сколько башкир этнических и вообще населения Башкортостана погибло и ранено в... Можно ли это как-то понять по местной прессе, там, по их отчетам каким-то, по похоронам и так далее? Вот как ты оцениваешь масштабы этого мобилизации, могилизации и так далее? Сложно сказать. Все данные, в принципе, засекречены практически о том, какое количество погибло, с каких районов. Но мы ведем подсчеты свои. Официально, только официально признанных погибших, там почти около 1500 человек. То есть, учитывая, что среди них 30% примерно башкир, это, ну, где-то 500, да, получается. Это только официальные. Неофициально, конечно же, намного больше. Плюс, я недавно смотрел видео украинских военкоров, и которые говорили о том, что в плену находится больше 100 военнослужащих из Башкортостана. В плену их не обменивают с самого начала войны. Если военнослужащих из Москвы и Московской области, их в три раза меньше, чем с Башкортостана, так их и обменивают в три раза чаще. А
военнослужащих из Башкортостана не обменивали еще ни разу. И вот многие сидят уже там практически 2 года. То есть вот в плену. Плюс, ну и плюс огромное количество, конечно же, инвалидов, коллег и так далее, которые вернулись там без руки, без ноги, самоварами, которые там психически нарушены. У нас там доходило до такого, что человек пришел, он там целую дорогу перегородил с гранатой, там на уши было поднято все сотрудники силовых структур. То есть и таких случаев будет все больше и больше. Поэтому я думаю, что это надолго, этот синдром войны в республике. Как ты считаешь, должны ли граждане Башкортостана будущего выплачивать репарации за нанесенный ими ущерб Украине? Несомненно. Несомненно, мы обязательно, когда станем независимым государством, Украина нам предъявит долю нашей вины, то есть мы выплатим, конечно же, выплатим все, что мы нанесли, весь тот урон, все то горе, конечно же, мы все это выплатим. Однако я недавно ходил на встречу Милов, такой так называемый навальнист есть, да, который проводил свою встречу здесь, в Вильнюсе. Я пришел на эту встречу и задал ему вопрос по поводу того, что эта империя, вне зависимости от того, как она называется, называлась Российская империя, СССР или Российская Федерация, очень много принесла горе и бед народам, коренным народам, автохтонным народам этой страны, этой империи, да? И были и геноциды, и репрессии, и расстрелы, и так далее, и депортации целых народов. Будете ли вы выплачивать? Готовы ли вы выплачивать иски, которые мы будем вам подавать за все то горе, которое вы нам причинили? Что удивительно, в принципе, Милов согласился, сказал, что да, мы будем выплачивать. Поэтому, конечно же, мы предъявим иски еще и Москве, или кто там будет за нее. Но свою долю вины мы не отрицаем перед Украиной, обязательно, конечно же, мы будем выплачивать. Знаешь, когда им начнут предъявлять все иски, то сбудется, наверное, мой прогноз. Ни одного русского с фонарями не сыщешь. Они все будут говорить, что мы не русские, и все, что мы там вот тут не стояли. Это вообще непонятно, что за народ, а кто это вообще воевал, да? Это Путин, вот это как-то все, вот это, да? Но почему, на твой взгляд, вот эти так называемые русские либералы и так далее, почему они все валят на Путина? Вот зачем это они делают? Ну, надо же на кого-то свалить. Кто-то же должен быть крайний. Хотя они в своей логике, в своих мыслях, в своих словах, они ничем не отличаются от того же Путина. Да, они, он им мешает, потому что он сейчас их гнобит и выгнал, отогнал от кормушки так называемой, и не дает там приблизиться, да, к трону, как говорится. Но они заменят Путина, и что-то изменится разве? Ничего не изменится. Они хотят сохранить Россию такой, какая она есть. Они не хотят давать свободу народам. Соответственно, они хотят дальше продолжать колонизировать наши народы, наши республики. Практически все богатства так называемой России находятся, да, именно в национальных республиках. У них своего ничего нету. Своего практически, да, ничего нет. Да, алмазы в Якутии, нефть в Ханты-Мансийских округах, в Башкортостане, в Татарстане. Поэтому сложно им будет. Они прекрасно это понимают. Они прекрасно это понимают, что без нас им будет сложно, потому что они привыкли жить именно за счет регионов. Помнишь эту фразу? Хотя, я не помню откуда. Руслан, а где я харчеваться буду? Вот это ключевая фраза у них. А где я харчеваться-то буду? Да? Вот. Да, хотя есть примеры, да, примеры Австро-Венгерской империи, когда она развалилась. Сейчас Австрия прекрасно живет, Вена нисколько не умирает, достаточно хорошо живет, без каких-либо выходов к морю. Маленькое государство, в несколько раз меньше, чем Республика Башкортостан. Поэтому все возможно, просто они не хотят. Не хотят. И мало того, они прекрасно знают, что они не удержат власть. Они не удержат власть, и народ вообще у нас в России, народ не любит либералов. И когда они придут к власти, они вынуждены будут вновь, чтобы удержаться у власти, позвать силовиков. А те, в свою очередь,
Возможно, при вот этом массовом, когда там революции или с чем-то они попрячутся, разбегутся, там, да, кого-то, возможно, их посадят, люстрации начнутся. Но какая-то часть останется. И они будут сидеть ждать, когда их позовут либералы. А либералы их обязательно позовут, потому что без силовиков они не смогут справиться с народом. Позвав силовиков, пройдет буквально несколько лет, и силовики перехватят власть, и повторится все. Все заново. Ну, абсолютно. Ничего нового никто тут не увидит. Все эти западные иллюзии про прекрасную Россию будущего, они мне напоминают детские кино, такие рождественские фильмы, такие, где все сбывается, где все добрые, хорошие. Ничего этого не будет. На самом деле, готовиться надо к войне, к борьбе и крови. После Украины иллюзий ни у кого уже, я думаю, нет. Даже у кого не были до этого, после оккупации Крыма и так далее. Вот сейчас готовится так называемые выборы Путина. Но никто из здоровых людей их иначе никак не называет. Совершенно неважно, кого он там позволит включить в этот список, в бюллетень. Понятно, что все цифры расписаны. Кстати, если знаешь, сколько в Башкортостане будет за Путина, информация, если такая есть, скажи тогда. Вот, значит, и, думаю, что не меньше 70%. Ну вот, посмотрим потом. Я думаю, что Башкортостан, учитывая старые традиции маткрутизма руководящих вот этих гениталий, значит, там будет процентов 79, я думаю. А сейчас, я думаю, во время войны и 93 они нарисуют, они скажут, а можно перевыполнить план? Они скажут, ну, можно перевыполнить план, наверное, так, да? Но на фоне вот даже, этого... Даже в российском политологии, в политической системе установилось такое слово «электоральный султанат». Это как раз именно про Башкортостан и Татарстан, которые давали при Рахимове, при Шаймиеве максимальный процент голосов за Путина. Ну, они думали, они просто, опять логика понятна, их кланы думали, что таким образом они расплатятся этими фейковыми голосами, а их трогать не будут. В итоге потеряли и честь, и власть, и все потеряли, и свои, все потеряли. Вот это цена попытки, русские никогда не прощают попыток себя любить, русские никогда не прощают попыток себе служить и с собой дружить. Вот это нагляднейшие примеры, кроме всех прочих. Последний вопрос будет уже, и так большая беседа, там 2 минуты остается. Как бы вот эти люди, которые живут, находятся с тобой тоже в Вильнюсе, огромный штаб Навального там, они вдруг, ну для меня не вдруг, но для кого-то вдруг, призвали идти и голосовать за кого угодно, кроме Путина. То есть фактически создавать им явку и легитимизацию на выборах. Но это мое мнение. Что ты думаешь по этому поводу? И чтобы, к чему бы ты призвал башкир? Ну это абсолютный инфантилизм, я считаю. Я всегда был против выборов, против участия в выборах. Я сам множество раз принимал участие в качестве наблюдателя. Я прекрасно видел, как проходят выборы, какие махинации идут. Поэтому я не строю иллюзий, что там возможно там какое-то как-то победить. Да? Это нереально, просто нереально. Тем более сейчас, когда включено будет электронное голосование, плюс к тому же голосование растянули на 3 дня, ну просто... Для фальсификации гуляй не хочу, как говорится, да? Поэтому тот, кто призывает к подобным действиям, участвовать в выборах, там, да, хоть там за кого, лишь бы не за Путина, это явно люди, которые работают на легитимизацию самого Путина. И вот это реальные враги, враги оппозиции, настоящей оппозиции, это люди, которые работают на Путина, по-другому я не могу сказать. Или это про полные дебилы. Но дебилами их сложно назвать, в принципе, достаточно умные люди. Многие из них закончили хорошее образование, да, с хорошим образованием. Но значит, они просто мерзавцы. По-другому никак. Ну, в общем, вычерпно у нас с тобой розмова відбулася. Мені дуже було цікаво. Я ніколи не був у Башкортостані, ніколи. І навіть не уявляю. Я єдине, що знав про Башкортостан, і це про те, що там колись жила Земфіра і Шевчук, якого я трохи знав колись. Але, ну, м'яко кажучи, ці куміри, вони не ті, за кого вони з себе вдавали. Ваша будуча страна, вона потребує нових лідерів, потребує нові сенси, потребує
багато чого. Я щиро вам зичу від Кремли і від, я певен, що всіх українців, подолати в собі Російську імперію в першу чергу і вирватися з неї назавжди. Дякую за те, що, Руслане, за те, що був з нами.